В Санкт-Петербургском университете прошла конференция «Центр компетенций. Результат-2023 и перспектива-2025». Организаторы – президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Министерство науки и высшего образования. Участники – представители более 100 университетов из всех федеральных округов России. Главная цель – обсуждение итогов проекта «Оценка и развитие управленческих компетенций в российских образовательных организациях». В проекте уже 197 университетов, в которых центры компетенции существуют, но, безусловно, для следующего такого качественного и количественного развития нам нужны такие верификаторы, как Санкт-Петербургский государственный университет. СПБГУ не случайно принял на своей площадке и выступил соорганизатором конференции. Именно Санкт-Петербургский университет стал первым, внедрившим клинический подход в образовательный процесс. Сегодня у нас уже порядка 20 клиник, которые, по сути, и являются центрами компетенций. В них студенты разных направлений приобретают практические профессиональные навыки уже в годы учебы. Это и клиника психологическая, и IT-клиника, и клиника архивная, и переводческая, и социологическая, и социальная. То есть на всех направлениях жизни университета вот такой подход уже реализуется. Мы с удовольствием видим, что такой подход в целом в стране признается как правильным, и будем учиться перенимать опыт других центров компетенций. Центр компетенций – проект платформы «Россия – страна возможностей». Он охватывает порядка 200 университетов и почти 500 среднепрофессиональных образовательных учреждений России. Это площадка, где студенты проходят диагностику своих универсальных компетенций – soft skills, а затем работают над ними по индивидуальной траектории развития. На выходе участники получают паспорт компетенций, а работодатель – специалистов с развитыми профессиональными и надпрофессиональными навыками. Самое главное, это звучало со сцены, это создать понимание и у студентов, и университетов, совершить слом в голове на то, что вот то, что новое мы пытаемся внедрить, это важное и нужное, что это не некая абстракция, а что это основной инструмент, с которым нужно работать и который нужно использовать максимально в деятельности университета. Самое серьезное сегодня такой фундаментальный процесс, который происходит в стране, это радикальная перестройка структуры экономики. И вот образование обязательно должно за этим поспевать. Итог конференции – формирование предложений по развитию управленческих компетенций и способам их диагностики в российских вузах. Команда платформы «Россия – страна возможностей» будет использовать их для поддержки образовательных программ, которые появились в результате такой диагностики, а также для подготовки специалистов в своих центрах компетенций. Алена Родичева, Карина Ловцова, Евгений Горяев, Алексей Чупка, медиацентр СПБГУ.